Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня я приготовлю яблочный пирог. Яблоки карамелизирую. Сделаю тесто на сливочном масле. Поехали. Для теста нам понадобится мука 480 грамм. Это 3 стакана больших. Разрыхлитель 2 столовые ложки. Сахарная пудра 60 грамм. Все сухие ингредиенты я перемешаю. Добавлю 1 щепотку соли. Добавлю размягченное сливочное масло 250 грамм. Также в тесто добавлю 2 яйца. Замешиваем тесто. Можно замешать блендером. Если вы видите, что ваше тесто не замешивается, добавьте 1 ложку холодной сметаны или же холодной воды. Тесто. Берете маленький кусочек, даже можно еще где-то третью часть теста, кладете в пакет и в морозильную камеру. А этот большой кусок просто в холодильник кладем. Все, кладем в холодильник. Теперь я измельчаю яблоки, чищу их от кожуры и нарезаю. Сейчас буду крошить мелко. Вот на такие кубики небольшие. Поливаю лимоном, соком и перемешиваю. Теперь делаем карамель. Засыпаем на сковородку сахар 60 грамм и ждем, пока сделается карамель, пока сахар не станет коричневым. Все, видите, уже карамель начинает делаться. Я не трогала, пока оно вот не стало таким коричневым. Сюда добавила сливочное масло. Все. И в эту карамель добавляю яблоки. Карамель стала вот такой. Разница в температурах, но вы не переживайте, оно все расплавится, все растворится. Жарим, пока не испарится весь яблочный сок. Все, наши яблоки готовы. Жидкости практически нету. Добавляю 1 ложку корицы, перемешиваю. Все, выключаю, оставляю остывать. Берем наше тесто. Которое лежало в холодильнике. Раскатываем прямоугольник на размер нашей формы. Закручиваем и перекладываем в форму.
сравниваем, делаем бортики. Сантиметра два. Вот такие сделала. На тесто мы выкладываем наши яблоки и разравниваем. Сверху яблок мы натираем наше тесто, которое лежало в морозильной камере. На терке, которая большими очками. Тесто я натерла. Все, вот такой пирог в духовку на 170 градусов на 40 минут. Все, готово. Пирог испекся. Сейчас его надо горячий достать из формы, чтобы он остыл. Дать остыть и нарезать. Вот такой замечательный пирог. Это очень вкусно. Поставьте лайк. Подпишитесь. Поделитесь с друзьями. Всего вам хорошего. Скоро увидимся.